Три суперфразы, чтобы дать отпор любому манипулятору. Но сначала нам надо понимать, что чаще всего люди манипулируют, потому что не любят себя, не верят, что им может кто-то помочь просто так, без причины. И поэтому вместо просьбы такие люди предпочитают манипуляцию. Ведь на просьбу ты можешь ответить «да» или «нет», и оба варианта будут приняты. А в случае с манипуляцией из тебя выдавят согласие любым путем. Итак, приготовься записывать три волшебные фразы. Первое. «Со мной так нельзя». Тем самым ты обозначаешь свои личные границы. После того, как ты произнесешь эту фразу, тебе нужно будет изолироваться от человека, выйти из комнаты или бросить трубку. Второе. «Мне обидно, что ты так поступаешь». Имей в виду, что после этой фразы он скажет, скорее всего, «Ой, я не знал, больше так не буду». Хотя все он прекрасно знает. Третье. «Ты что, пытаешься мной манипулировать?» Это фраза разоблачения. Манипуляторы очень боятся, что их раскроют, и поэтому такие слова смутят его и заставят отступить. Напиши, как